Двое детей пострадало в ДТП под Челнами в минувшие выходные по вине нетрезвого водителя. Один из них – грудной ребенок 20-го года рождения. ДТП произошло вечером в субботу на участке дороги Набережные Челны – Водозабор Тукаевского района. Здесь столкнулись сразу три машины. Водитель автомашины «Форд», управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречной автомашиной ВАЗ-2114 и Volkswagen Jetta. От удара все три автомобиля улетели в кювет. «Лада» 14-й модели перевернулась на крышу. В результате аварии водитель и двое его пассажиров, 16-летний подросток и младенец, получили ранения и были доставлены в БСМП. По факту происшествия проводится расследование.